И Линк, смотри, тоже пошел. Подожди, да, только пусть Линк умрет, короче, а потом мы пойдем драться. Давайте, погнали. Идите. Ай! Бля, что ж ты творишь? Зачем ты пошел, Линк? Ну, что ты порвал? Творишь, и тизер порвал. И Сикер мне заодно тоже. Зачем ему тизер порвал? Я вообще не знаю, что происходит. Я неаккуратно просто. У меня в ушах Юра Шатунов и гудеж от Сапсана, который еще не закончился полностью. А меня тут ебашит втроем. У меня гудеж от порванного тизера. Мне сейчас тоже, короче, все, мне тоже тизер порвали. У вас, кстати... А, да, все нормально. Но мы им сторону сломали. Мы побеждаем вроде. Блин, надо заново привыкать по мобам попадать в нужный момент. Ой, ты чё, блядь, отъебись от меня. Мэтт, варды купи, саппортище. Нахуй пошли. Кто вообще варды покупает? У нас уже давно, блядь, все отконнектились, а вы варды просите купить. Варды это для слабых. Мы две игры одновременно играем. Просто Twitch не позволяет это сделать. Ну, показать, как на самом деле происходит. Мэдисон в двух играх сейчас сразу. Да. И в той игре он покупает варды. А в этой игре я покупаю брейсеры. Брейсеры, да. А сейчас третью начнет, там он будет покупать телепорты. Только телепорты. И курьеры. Курьеров. Я и так апнул курьера, по-моему, этого достаточно. Да, безусловно. К тому же я не саппортящий. Было бы пиздато, если бы у курьера было 25. Есть саппорты, которые кому-то помогают, если кто, ну, типа, в доту играет, им интересно. Моя позиция, я просто человек, который не мешает играть другим. Я просто бегаю, нихуя не делаю, ну и заебись. Бля, жалко, кстати, за курьера вообще играть нельзя. Можно было бы его прокачивать, покупать ему шмотки. Это тебе в первую чтобы, доту. Да, Игорь, я бы хотел поиграть. Прекрати курить. Блядь, нет, серьезно, Игорь, если бы ты был курьером, я уверен, ты, блядь, никому ничего не донес. Я проебал все шмотки, пока шел. У меня была игра, где я, блядь, рапирую с курьера, проебал, я даже не знал, это что был она... Это я был курьером тогда, наверное. Я даже не знал, что из курьера дропается рапира, и прикиньте, она 10 минут лежала рядом с потайной лавкой, соперник, блядь, тоже не знал о том, что она дропается. А может, он не знал, что такое рапира вообще? Какая замечательная все-таки музыка, я как в кабаке блядском, намного лучше, чем в мануфактуре. Если, надо это если... Магомаева поставить еще тогда, вообще отлично будет. А что, тебе не нравится Магомаев или в Казахстане это типа, ну, свежий это исполнитель? Очень, это очень крутая музыка здесь. Окей. Слишком. Окей, верю тебе. Ладно, давайте сразу патрону, короче. Мне почему-то... Есть вот, капитан. Я выставил очень тихий звук, но вот гирокоптер Линка пердит реально очень слышно. Я сначала подумал, что это вертолет за окном. Ой. Видели, нет. Видели, ракетами хуйнул по нему, он развалился. А ты можешь в начале каждой игры так делать? Могу, так туда подлететь еще надо. Да, ребят. Гирокоптер это сила. Плюс 0 очков. А, пожалуйста, пишите впечатления от этого матча. Очень хорошо, очень хорошо. 5 баллов, мне очень понравилось. Valve молодцы, хорошую игру сделали. Ну что, давайте еще, наверное, один олпик. Все, мы олпик будем? Неохота потеть вообще, что-то вообще сегодня. Тем более, блин, я сейчас посмотрел, мне реально трудно вот перестроиться. Мне надо хотя бы один день поиграть на большом мониторе, а то, блядь, у меня сейчас такое ощущение, что я вернулся в 2000-е годы. То есть график на экране, который я сейчас вижу, она настолько плохая, потому что я привык за маленьким монитором все видеть жутко детализованным. Но это эффект Ютьюба, вот, про который Ваномас рассказывает, про то, что... Ну вы поняли, или не поняли. Да, я поняли. Я так лень заканчивать свою Ваномас мысль. Ваномас, Мэтт, да. Не ожидал от тебя. Где Хованский ты или хотя бы Нефёдыч наш? Давай исправляйся. Сейчас, ребят, Нефёдыч позову. Погодите немного. Он просто немного занят. Он в Египте с детьми в аквапарке снимает видео, как у них трусы бегают в этом бассейне. Но обязательно, ребят, Нефёдов сегодня на метро ночью придет. Вот я не знаю, он говорить будет или просто посидит, но обязательно будет Нефёдов. Вот, а Хованский как только проснется, то есть где-то часов через 6 с утра для него, сразу будет Хованский, ребят. Обязательно будет Хованский. А пока Игорь Линк, это вот такая вот звезда у нас. Игорь Линк, ничего не можем с этим поделать. Это вот единственный из знаменитых видеоблогеров, кто согласился. Где-то, кстати, готовьтесь, сейчас мы сыграем еще матчик, может быть, и потом, наверное, против зрителей ебанем. Я вам пароль тогда засвечу в чате, и вы зайдете. Может быть, в реверс CM сыграем, например, по-моему, веселый. С3 рад. Я у тебя на Твиче заметил, у тебя вот так вот в линию, в столбец
в друзья просится Сталин. Да, 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 там, там Антон Палчехов еще. Да, да, Антон Палчехов тоже просился. Ой. Что у них с никами? С3 Ротанин Мороз. Сротанин. О-о. Сротанин. На... Кто не хочет, вайпером поиграть. Фунт 7. Линк, поиграй вайпером. Ну, не знаю, слишком простой герой, мне кажется. А как я рандомнул. Богом ли самим нареченная. У тебя Витас, что ли? Нет, глупо, нет, это мое изображение любого певца абсолютно. А. Ну, давай мне вайпера, нам чё? Давай, тебя чё давай. Так, а мне-то что надо сейчас? Дай, подожди. Так, смотрите веточку, первый. Пожалуйста, господин Усипин. Дай быстрее, а то там уже игра скоро будет. Илья, ты кинул репорт на Линка? Давай триент. Да-да-да, и не только. Триент? Ну, не, чувак, это, по-моему, говно, а не герой. Не-не, я тебя такого не ожидал. Тринта, Илья, я тебя вайпера отдам. Ну, блядь. Так а что значит и не только? Там всего же два репорта доступны. Там еще и второй тоже кое-куда улетел. На меня? Андрей, это просто невыносимо. Как вообще можно находиться? Я вообще за вайпер, по-моему, один раз играл, не помню уже. Мне надо сборки смотреть, как последнему нубу. А я в мид иду. Бля, я хотел за Трента играть, вы чего? Я ж так хорошо за него играл в прошлый раз. Все башни отхилил. Если кто не знает, то под габлаком играет Линк всегда. Это вот он деревом там всех выигрывал. Да. Вот он очень хорошо умеет. Вообще молодец. Ну сейчас я возьму... Между прочим, дерево — это первый герой, за которого Линк поиграл в доте. Да, я проиграл. Это абсолютная правда. Бля, короче, в пизду. Ай, блядь, нет, нет, нет. Чё? Идите нахуй, не хочу. Пизду. Где эта хуйня? О. Чё, вивер наверх, наверное, тогда. Вайпер вниз. Давай. Давай считайте. Да, есть такое мнение. Хорошо, ребят. А кто еще у нас пятый? Я буду очень жалобно пищать, крякать. Не надо жалобно пищать. У нас просто музыка сейчас как раз. Там жалобно пищит мужик, что его тёлка бросила. Не-не-не, когда меня будут избивать, мне нужен будет лимикармор. Хорошо. Да, я все увижу, конечно. Не-не-не, дружище, я уверяю... А, не Игорь же Линк за дерево. Я просто помню до сих пор, когда Игорь Линк играл за дерево, там бьют нашего кэрри. Надо, башни превыше всего, и, чувак. А этот еблан начинает бараки лечить. Безопасность барак... Нет, не бараки, башни. Бараки, башни. По-моему, ну, наоборот. Да. А что, я один, что ли, опять? Не, я тебя посаппорчу, не бойся. Ну, он бойся, он тебя посаппорчу. Ну как не бойся, я как бы не буду фармить, поэтому... Ты мне посаппортишь. Ой, да я посмотрю, как он вообще стреляет. Ой, блядь, нет, я ни одного крипа не добью за такую хуйню. Блин, ему надо силы. Тебя прям тошнит. Побольше вой. Как же я ненавижу Outworld Devourer. Серьезно, какая же пидорская хуйня. Так погоди, а со мной Свен, пусть он и фармит тогда, чё. Ну да. Я тогда просто летать буду. Делай отводы, короче. Да, конечно, что? Сейчас пойду и отведу. Давай, отведи там. Обязательно отведу. Я лучше твою мамку куда-нибудь отведу. В Митино. Да, в хуёвый кабак, где ей, блядь, тухлое пиво принесут. Ты ж попросишь заменить. Ай. Воу-воу-воу, опасно! Ты чё творить-то, смотри. Ща умру. Ну ты это... Не умирай, пожалуйста. Старайся. Не могу, никак. Ну ничего себе нападение, блядь, голубого Леорика. Серьёзная хуйня. У меня какие-то звуки, как будто, короче, у кого-то в желудке мутит вместо музла сейчас. Не, как будто, знаешь, когда воду горячую или холодную выключают, кран потом включаешь, и такие звуки. Есть такая. Очень хуйня. Знакомо, когда живешь в коммунальной квартире. А, и у меня где-то 25-го, по-моему. Да, блядь. Отключит водюлечку горячую. Я вот боюсь этого. Ну, вскипятишь в чайнике. Да ёб. Деревце, похиль меня, или ты мне мстишь? Да-да, сейчас. Ты добивай крипов, чувак, чё ты от них бежишь-то? Они тебе ничего плохого не сделают. Да, ну... Во-во-во-во-во, тут это... Да, так вот. Смотри, что творят. Братишка. Ты там не слишком паришься с Трент? Да давай убивай вот этого парня. На, по голове тебе. А, ой, так ты, тут можно еще одного убить, он же чё? Он же не воскреснет пока еще, давайте, это самое.
Вот ему посылки. Царский стан. Ой-ой, какой он. Ну. Дерево, короче, у нас скерри в этой игре собирается, походу. Будет. Я это обиделся, что у тебя со стилями. Да не-не-не. Это не это я бы со стилями. Такая музыка охуенная, ребят. Всю жизнь бы, блядь, слушал это говно. Не зря. Вот ВКонтакте все-таки гениальная хуйня. Вроде бы Павел Дуров. Бля, чувак, мне хана на данный череп в какой-то в цепи. Это, короче, Котл задул. Не переживай. Все будет нормально. А где мой вертолет? В небе. Летит. Это там. Ну, у меня босса на алхимик в меди, в принципе. Угу. Если ему сейчас памперсы никто не принесет, то все хорошо будет. У меня, ну, чувак, есть, у давай меня камни. Ебаный девоурер наверху. Вообще не дает ничего делать. Просто все весь интеллект сосать. Не-не-не, против девоура сосать. Ой, в смысле, да, против девоура только сосать, чувак. Тут ничего не поделаешь. Точнее, он будет сосать, но ты потом отсосешь по полной. Ну, в общем, ты понял. Ну да, да. Жить без интеллекта — это как быть Игорем Линком, блять, сука, ебаная. Все, все, все. Угомонись. Тут опять эти ребятки в лес, короче, нагрянули. Ща, сейчас. Хотя они вроде крипов не могут добить, поэтому вы это спокойно стоите. Может быть, все-таки это самое? Ну, хотите, давайте. Вон Варлока, допустим. Да, ну. Игорь, Игорь! Да, 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 что надо. Слышишь наш диалог? Иду, иду, да. Нет, ну. Давай, не бойся, по Варлоку. Давай, давай, давай. Да. Пиздил. Я же. Варлок точно выебал. Лёлик, Лёлик, видели, как оп. Это убежал. Алле, оп. А куда он, кстати, съебался? Он даже не стал дожидаться стана первого. Блять. Тёплые ливни. Спасибо, что оставил мне эту хуёвину. Раз уж вы мне не хотите фраги отдавать. Я же саппорт, какие вопросы? Сейчас буду, блять, жестко играть нахуй. Оп! Ах ты, сука, Игорь Линк, пидорас. Там, короче, песня какая-то для любителей уринотерапии. Я серьезно, просто офигеваю, слушаю, охереваю, надо ее потише сделать, наверное. Скелетон раскачался уже. Как будто Боярского обоссали, что-то такое. Так, Деворера я убил, но он мисс. Ой-ой, ой-ой. А нет, вот он здесь. Смотри, что творят. Уходи, уходи. Нам бы это, хилинг. Кирюха, там арморчик есть? Бля, за мной крип бежит, сука, убьет сейчас. Не-не-не, я тебя спасу. А, ладно, сам справишься. Бля, ебать. Вот это ебал у него. Блин, там еще и Баунти Хантер. Вот это печально. Да. Чё-то мне так эта песня понравилась. Даже грустно, что следующая начинается. Да, ребят? Кто спасибо хочет теплые ливни послушать еще раз? Пишите в чате. Или пипиську рисуйте, я пойму, что вы хотите теплые ливни, ребят. Погоди, теплые ливни — это про уринотерапию? Ну, типа, наверное, я тогда думал. Ну, не знаю, я испорченный мальчик. Нет, название. У меня еще учителя в школе говорили, что у меня больная фантазия. Деревце похит, пожалуйста. Блять, ебаный лик. Хорошо. Спасибо. А, я понял, с этим будет и добивать легче. Ну-ка, сейчас проверю. Ну, добей крипа. Ой, нет, не успел. Ребят, напишите там, как за вивер-то играть. Короче, тут хуесос какой-то, по-моему, хотел. А, нет. А, нет. Ой, вот. Спасибо. Очень хорошо. Дерьце, хини еще. Сейчас. В очередь, в очередь. По записи у меня комиссия. Илья, спасешься? Да, ну я стараюсь, ты понимаешь, мансую, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мансую. Если что, стану наготове. Все, я сбежал, ребят, они меня не спалили. Бля, за мной. Они опять кому-то увязались, сука. Раз за раз. Алхимик, а нет, здесь. Ничему их жизнь не учит. Так, давайте еще раз накажем. Снайпер, готовься, я сейчас на мид приду, накажем алхимику. Давай. Готовься. Почему он алхимик? Там же просто какой-то огромный хуй. Не, а ты, кстати, знал, что шею, там, да, он сидит на шее, самый главный-то не тот, который здоровый, знаешь, а тот, который все раз. Вот так, его кормят. Не, на ноутбуке этого не видно было вообще. То есть ты вообще наверху там карлика не видел? Я понял, да, не видел карлика. А он ему закидывает. Видел карлика только в своей команде. Закидывается, закидывается. Я не карлик вообще. Как не карлик? Я, кстати, в Питере был месяц, ты так не соизволил со мной пивка попить. Дела.
какие, блядь, дела у тебя могут быть целыми днями за Смена, блядь, играешь? А можно... Я готовился к этому. Сори, не заметил. Владимир, Ксюш, Ксюш, сколько времени? Ты уже готовишь сосисочки? Нет, сосисочки не надо, я их сутра... А? Сосисочки. Без 15 шеи, ой, блядь, там еще игры играть. Сосисочки. Я хоть перчатки. Чё ты мне перчатку, чё, мечту анониста какую-то подбросить мне хотел? Я тебя за руки ебал. Давай гангать. Не хочу, чувак. Ну ладно, не буду. Давайте, я к вам в подпорту, если... Я тоже бегу. Добычьте, не ссыте никого. Слышь, ребят, вы чё, бля, иди сюда, нахуй. Нормально бы чё? Давай, начинай сразу. Плохо, надо ещё действовать. Хорошо, хорошо. Линк! Но он со стан должен начинать. Да. Оу, полегче, не так агрессивно. Давайте, смотрите. Ну вот, смотри. Ой, красиво. Давай, баш. Давай, кто танчит там? Не, чё-то все как... Ну, Линк опять, короче. Ну, блин, надо же пропушить этих, чтобы они прошли баш. Все, норм, умер он. Хорошо. Пушим. Фармим. Ну, я вроде нормально вышел. По-моему, да? Да, норм вообще. Спасибо, ребят. Буду всегда. Давай. Сейчас я. О-о-о-о. Все серьезно. Мне попить надо. Давай. Ладно, все, перестану придурком притворяться, а то люди уже, наверное, недовольны. Играем серьезно. Линк. Ой, ну Стригуль, понятно. Регулярный ивент. Че там, ребят, наверное, соскучились по коту-то. Давайте. Оп. И музычку. Я тут. Кто там улетел? Стригуль. Стригаль улетел. У Александра пистолетов про кота есть какие-нибудь. Мне показалось вдруг, что ты в мой дом войдешь, вернувшись из потерянного края. Войдешь с таким привычным звуком и зажжешь квартиру пуком. Нет, тут нормальные песни вообще. Тут просто охуительно. Жалко, что вы не слышите. Там Стригуль не вернулся? Я сейчас просто чатом... Там атака. Я сейчас это... чатом немного позанимаюсь. Не, давай. 10 веб, ну, горят хачи. Ребят, блин, я пытался вебку нормально настроить, но там полная хуйня получается. Реально, вот, не очень. Сейчас я, конечно, попробую еще раз. Сори, пацаны. Не, ребят, блин, вебка реально вот, она что-то... Не потому что я слишком жирный, а потому что... Потому что что-то не очень она заходит. Бежать. Спасите. Дерево, дай. Блять, какой-то поворот какой-то, ребят, что-то не то. Я не здесь был, вы чё, паузу поймать? Башни, всё правильно. Что происходит? Какие башни, я вообще не выгребал. Так, я даже не знаю, включил ли я эфир обратно. Вы деретесь или что это? Да, тут трое нанизу и... Не очень страшно. Илья, давай не пойдем. Я и не собирался, я вообще не знаю, как эта ситуация получилась. Вроде мы их гнали, и тут нам алхимист ломает. Нет, давайте, пойдем. Почему не пойдем? Свивер хочет драться. Таур врет, наверное. Я если бы не умер сейчас, у меня аватар бы уже был, блядь. Так, ребят, мне надо еще... Пойдем его убьем? Мне надо еще одну паузу. Нажмите на паузу, пожалуйста. Давай, ребят. Так, сейчас немножечко. Я просто посмотрю, вебка там чё. Ой, нет, не буду вебку, я не побрился сегодня. Кирюха, вот сюда побеги, пожалуйста. Надо. Там алхимика убьем. Мне кажется, он наверх, конечно, не побежит сейчас. Все, а, кстати, могут. Есть у кого ТП? Нет, понял. Конечно, нет. Может, еще про варды спросишь, как в прошлой игре наивный. Спасибо. Забираем что-то... реген тебе как раз. Может быть, ВКонтакт думает, что я дождь охуенно люблю, уже вторая песня про этот блядский дождь. Давайте немножко. Непростительная ошибка для триента, вышка пала. Ага. О, это залет. Черт подери. Барабаны, что ли, собрать, они с брейсера начинаются.
Давай, Свен, со стана заходи. Да, только у меня маны нет у нас там. Вот теперь есть. Заходи. Пизда ему. Все, пизда ему. И мне нам пизда, что-то жестко. Ребята начинают собираться. Возьму-ка я на всякий случай. Вот так вот мы это делаем. Смотрите, какая блядская дискотека тут. Ты про музыку или... Нет, я про... Вот можно убить. А нет. Давай, Игорь, пушим пока здесь никого. Ребята, они начнут тауэр забирать. Может быть, все-таки придем, попробуем. Мы с Линком сейчас топ пропушим и попробуем ТПшницу обратно. А мы с Буратино сейчас придем уже. Давайте. Ну Кирюк, у тебя ультимейт есть? Все, пизда. У меня есть, но я не знаю, тут у кого кинуть, даже лучше. Я просто спалился, как беда. Да вон, видно, в кого-нибудь. Все, братишка, все. Ты сейчас умрешь, она тебя сейчас кинет. Сейчас умру. Не ты. Ой-ей. Да, но слабенький стан. Говно какое. Смотри, у меня есть стан. Ой, тут девоурер. Вот теперь я, может, умру. Я его станом дам. Нет, просто уходи, Игорь. Просто уйти, это мы можем. Это даже не проси. Девоурер, алхимист. Ну и чё, в итоге умер же Варлок, и все нормально, да? Да. И скелетон. Его не жалко. Молодцы, ребят. Я как бы приманкой послужил. А согласись. Есть на меня Living Armor сейчас, потому что там этот бегает Гондор где-то рядом? Ребят, чё там собирается-то на это? Может, забрал? Ничего себе меня. Чувствую себя вообще каким-то без интеллекта. Мне даже на стан скоро хватать не будет. Ну так. А, отойди. Нет, все, все, она закончилась одна. Во. Хочу. Интересного умного. Чуваки, нам топ пушат. Да, я вот прилетел, например. Давай, врываемся, Игорь, стан. Нету стана еще пока. Он его потратил на крипа, наверное, или что-нибудь в этом роде. Не на одного, а на пятерых, ну, сразу. Ну, гоните же его, нас же здесь трое. Давайте, давайте, чувачки, с санными тряпками. Под песню про то, как девушка за рулем. Дом встал под тауэр. Мэтт, вон тебе там телезритель уважаемый подсказывает. Лотар, Манту, чё... Смотри, хоть? Смотри, кто идет, БХ. Монтай, Лотар для педиков. Чем мы его спалим? Ничем. Леорик, если убивать. Нет, тут БХ, сейчас отсюда подойдут эти двое. Вон они уже идут. Ой-ой, тут это не очень. Вообще, чувак, ситуация кал. Да, так. Ребят, вы чего? Армора бы какого-нибудь или... Блин, тебя убьют. Блять, у него еще и ульт был, ну ебаный в рот. На, лохи, ульту слили. Оп. Смотри, что снайпер зато вытворяет. Но ну, у них все заходят. Разжирел, опять боится вебку врубить. Вообще. Это на слабо берут, я не жирный. У меня просто кость широкая и вообще генеалогическая. Широкие. Я просто одинокий кит, или что там в песне поют сейчас. У окна стоит одинокий кит. Ну и пиздец. Давайте товарочек заберем. Да-да. Мне Яша нужна. Яша, это так, хорошее дело. Все разошлись, да? Разбежались. Ну, что там? Пойдем? Куда? По топу. По топу. Вот. Да, надо. Надо пойду. Давайте. Надо. Полечу, точнее. Нет, ну блин, я понимаю, что там на трансляции это школьников, которые за вайпер умеют играть поболее, чем... Перезай куру. Блять, как же меня заебало. Это курица зеленая. Че он тебя? Пассивный интеллект ворует. А, что такое? Да куру там не взяли. Да срать, я все равно, я не должен был ее вести на самом деле. Там. Давайте, я иду к вам наверх. Хуйня за 400 голды. Как я тебя постопил-то, а? Слушай, Мэтт, я придумал, что можно сделать будет нашей командой. Но? Я до сих пор остался во всяких группах, где супер-пупер крутые команды ищут стримы.
Вот. Ой, не стримы, а скримы. Я, короче, зайду туда, напишу, типа, вот, блядь, пацаны, у меня супер-пупер новая команда, гоу играть, и против каких-нибудь сыграем. Конечно. Да я вообще считаю, мы обыграем большинство, потому что профессиональная дота — это выдумка, блядь, для дрочеров, чтобы их забрать. Сзади. Да, вижу. Пиздил. Вижу. Я танчу, я танк. Ну, видишь, я рейтер, слушайте мои треки. Ну, добейте уже этого сами. Ой-ой, он ульту. Да, не сы, бей его. Бью. Ну мало ли он такой. Бегает, смотри. Он заряжает, аккуратно, сейчас меня кинет, наверное. Пошел нахуй отсюда. Ну нас еще нет. Ему. Есть. Почему башня на меня согрелся? Спасибо. Ну, это чистая победа. Нет, может быть не чистая. Грязная победа. Хорошо. Давайте голема потанчу. Где он? А вон он идет. Бей его. Что-то фраги мне не удается набить вообще никак. Все уводить. Вроде и стреляю в людей. Пиу, все дела. Убиваем. О. Да не, мне кажется, не очень. Мы сейчас убьем тут. Так, я отступаю. Да, давайте свалим. У меня сейчас монобуцы будут, с монобуцами будет мека, потому что у меня команды не хватает ни на чем. Блять. Ну ладно. Три секунды до Ливинармора. Не доживу я до него. Курьера увидеть. Подойди, я тебе ману дам. Спасибо. Нам предлагают женским составом дарреров играть. Да, ребят, я готов, я вообще готов, ребят. Тут как бы вопросов никаких нет. Я вообще на многое готов. С составом дарреров. С женским. Да я и с мужским готов, ребят. Че вы думаете? Че вы думаете, я по гей-клубам-то ходить начал? Название нравится — дарр. Это реклама вроде платформы какой-то, на которой никто не играет, я так понял. Дарр? А кто, кстати, будет? Линк, ты как любитель мультиплатформы, ты чё будешь покупать-то в итоге? PS4, чувак. Да. Ты же нищий. Да, у меня просто нет кредит телевизора и возможности кабель вообще воткнуть в эту херню. А что, Xbox типа для богатых господ, а PS4 для нищих? Да, считается, для тех, у кого, короче, телевизора мало одного. Мне нужен второй. Мне хочется собаку из Call of Duty. Который, кстати, будет смотреться все равно в том, не, что ребят, телевизор. Я просто буду покупать Xbox только из-за собаки. Всем хочется собаку из Call of Duty. Ну ты видел, собака на парке, ребят. Она просто великолепна. Собака. Что с ней делать-то? Что с ней делать? Ну, чувак, ну не в трансляции. Что делать? Гулять с ней по утрам или что? Уж не кушать, точно. Вот это было, конечно, очень занятно. Если бы можно было сожрать, то в Корее продажи хорошо поднялись бы. Они виртуально ели собак. Я слышал, да. Что какую-то породу, типа чау-чау или, блядь, чихуахуа, вывели только для того, чтобы... Чувак, родники сквозь него. На самом деле, не помню, овчарок, а вот... Ну ты чё, овчарки разумные. Так. Нет, на овчарок еще аллергия жуткая. Я слышал у людей, поэтому они какую-то вывели там кормовую собаку специально, вот я не помню. Какая из этих собак маленькая? Чау-чау или чихуахуа? Какая волосатая, обе, как Чак Норрис? Не, чау-чау. Маленькая совсем, чау-чау, она такая покрупнее волосатая. Её пока общипаешь, ты уже жрать не захочешь. Чё-то он раскастовался вообще, пиздец. Так, давайте на топе задефим как-нибудь или нет. Сэм. Гоу, я порчусь уже, гоу драться. Бегом. Я опять пропустил все веселье. Но... Я думаю, никто не его обидел. Атаку! Атакуй! Дайте ману. Да не стой, ну что ты кого-то... Ману бы. Да беги, и будет тебе мана через 15 секунд. Тут пидорас. Так, стоп, окей. Счет 21-8. Может, пойдем и выиграем? Да, пойдем по верхней стороне, сломаем. Предупреждаю союзников. Кто будет против нас играть, никогда не кидайте в меня все, что у вас есть. Големов, вообще все. Просто проблема в том, что я в любом случае улечу, а мои друзья вас убьют. Убивайте их. А я Зевс буду пикать и нажимать на ульт в конце. Андрей, что ты тут? Да, мне скинули ссылку на...